Так, друзья, значит, смотрите, в Грузию-то мы приехали, квартиру сняли, сейчас Ваньку в садик определяем на днях, но нужна же машина. В Грузии без машины сложно. Мы хотим ездить, смотреть, снимать какие-то видео, поэтому сейчас занялись выбором машины. Бензин здесь, ну, не дешевый, доллар 10, доллар 20 где-то за литр топлива, ну, бензина. Получается, что нужна какая-то очень экономная машинка, если много ездить. Вот. А так как машинку мы выбираем, ну, вроде как не на всю жизнь, хотя бы месяца на 3-4, ну, на наш приезд, на лето, особо вкладываться не хочется. В общем, решили взять что-то небольшое, типа Приуса. Есть еще такая машина, Toyota Aqua. Это Prius, только маленький. Это есть еще такая Prius C. Ну, сейчас вам покажу одну из них. Приехал человек. Она красная, правда. Ну, там есть маленькие нюансы. И есть еще на примете там 3-4 машины. В общем, будем выбирать. Я постараюсь показать. Aqua, правильно? Да, Aqua Prius. 13-й год. Пробег 160 тысяч, гибрид. Менять надо, да? Да, менять. Колеса надо менять. То есть есть нюансы по машине. Вот здесь вот поцарапано, здесь вот. Вот так вот, да? Ну, не критично, но поцарапано. Да, покрышки, да, это уступка пошла. Да. Ну, это покрышка вообще пошла, ну, менять вообще да. Лучше, да, вообще. Если того, что... На летом проехать. Багажник, ну, небольшие багажники. Ну, сумку можно бросить, коляску можно бросить. Нормально. Детской коляской. Да, да. Но у нас маленький ребенок, может. Да, у вас тоже. Да. В общем, тут такое, мелочи. Потемневшие уже фары, надо полировать. А ну, салон. Ну, грязненький чуть салон. Здесь вообще дырка от сигареты. Как-то так. В общем. Машина 3 года как приехала. С Японии. 3-4 года, да? 5200, да? Да. Такая вот. Ну, красная. Серебристая Aqua. 5400. Вообще 13-го года. Но в Грузии уже... почти 5 лет. 170 тысяч пробег. И получается, красил бампера задний, передний. Ну, здесь видно. Немножко краска уже отходит, да? Сейчас сама завелась, потому что кондиционер работает. Здесь такой немножко грязненькие сиденья. Ну, конечно, места маловато. Ой, отсел. Вот парень отодвинулся, но он широкий такой парень. Места в ногах нет. Вот ты так широко сидишь? Я, да. Места нет. Вот так вроде нормально, да. Ну, вот такая вот машинка. Сейчас подзарядилась, заглохла. Здесь камера заднего вида есть. Плюс-минус чистая пойдет. Aqua Toyota. Ну, в общем, в этой машине есть запаска, в отличие от других. Резина хорошая. Ну, есть мелкие нюансы. Но она стоит 5, я думаю, еще уступит. Ну, например, вот, нет, конечно, здесь было какое-то... Что-то ударило. Она не заблокируется? Ну, в принципе, нормально. Что-то вот, если уже работает, проехался, все хорошо. Вопросов нет. Но здесь нет кнопки старт-стоп, здесь с ключа. В общем, все то же самое, только вот без кнопки старт-стоп магнитола, камера заднего вида, салон ухоженный. В общем, приехала машина
Да, 2 года назад. Сейчас без техосмотра, но сказали, что техосмотр пройдут. Такой какой-то подлокотник. Тоже гибридный, непонятный, но он всовывается там. То есть по всем этим, ну, кондишн все работает. Наворотов никаких нет, все простенько. Салон. Салон нормальный. Чуть-чуть почухать. И есть полочка, кстати, такая, не знаю, во всех она есть, не во всех. Ну, места маловато, конечно. В общем, вот как вариант такой себе. А вот еще немножко ударили. Это можно вытянуть. А это сейчас я холодное это надо. Я знаю, вытянуть. Вот так, и краска не этот. Это ребята. Ну, вот это надо будет что-то. Вот это. Что это? Кто-то ударил? Это так бил. Было, да? А, ясно. Ну, есть чудо-запаска. И у него там под сиденьем есть еще домкрат, все ключи. Господа, доброе утро. И я нахожусь сейчас в Тбилиси. Ну, правда, здесь ничего толком не видно. Это автовокзал. И сегодня мы будем выбирать себе автомобиль. Поэтому оставайтесь на канале, ставьте лайк. Мы сейчас занимаемся организацией туров по Грузии. И как бы нужна машинка, ну, для вот этой всей организации, скажем так. Сейчас сюда должен подъехать человек на машинке. Дальше, возможно, еще встречусь с одним-двумя людьми в Тбилиси. И, скорее всего, мы поедем на Руставский авторынок. Я посмотрю и вам покажу, что сейчас продают, какие цены. Ну что, друзья, интересно? Лайкайте. Поехали. Значит, машинка Honda Fred серебристая. У нее 73 тысячи пробег. Ну, единственный нюанс — это магнитола. Как-то мне не нравится, как она работает. Но она очень чистая, видно, ухоженная. Ну, 73 тысячи. 2015 года. В общем, простенькая, ничего особенного здесь нет. А одна дверь вот эта открывается автоматически. А... Ну, вот так вот, да, вот сама открылась, также закрылась. Почему магнитол надо менять? Сиденья классные. Какие-то коврики постелил, есть родные. Toyota Aqua гибрид. Чуть резину надо поменять. Лысая. Или развал делать. Симпатично. Ну, вообще вопросов нет по машине. Запаски нет, можно поставить. Такая вот. У него лет фары стоят. Где-то вы. Да? А то, что подрисовал резине. Так, салончик. Маленький, конечно. Он тут выпирается. Это ты далеко, наверное, отъехал. Да, это под мой, ну. Есть какой-то подлокотник. Ну, если нормально вкладывать, вот спокойно. Что-то есть, да? Не очень много. Полка есть. В общем, вот она, да, я вижу, да, крючочек, кармашек. Музыка играет. Как проверяют батареи? Ах, кондиционер. Свет горит. Какую-то минуту она должна постоять, ну, на батареях, знаешь. Mm-hmm. Еще такой вот. Ну, все тут нормально вроде как. Симпатичненько. Свет горит. В общем, очень экономная машина. 3,8-4 литра. Здесь вот управление на руле. Ну, уже где-то минуту держит. Можно сделать меньше температуру. Температуру. Вот так, да, температура? Да. Хорошо. Здесь какие-то есть эко, противоскольжение. Все, она работает сейчас. Да, видите, сколько времени на батарее она стоит. Да, кнопку выключила. И ключ. Ключ здесь, да? Да, два ключа. Такие интересные здесь эти подстаканники. А они снимаются, да, или так? Да, они вот так есть полностью снимать, есть так удаляющие, и оно сходит. Хорошо.
Она твоя нон-фикшн. И вот так вот. Нет, не выключена машина, подожди. А? Сорян. Показывает, видишь, пи, качество, да, машина, да, не выключена. И блокируешь вот так. Да, да, да. И все, закрылось. И то же самое подходишь, то есть я ключ не трогаю просто. Нет, за ручку. А, за ручку. За ручку просто. Все, все, понял, да? Все. Все. Зеркало автоматически, да, 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 сдвигается. Диски у него райдеровские. Так, друзья, ну и как обещал, я сейчас на авторынке Руставе. Смотрите, Автопапа, он же самый большой рынок на Кавказе. Здесь можно купить как японцев, так же и американцев, и европейцев, что хочешь, в общем. Машины — это красные номера без растаможки. Обычно их загоняют, дается какое-то время, там, кажется, 90 дней, чтобы их растаможить. Но вот здесь ценников нет, просто 12-й год, и Mazda 6, 18-й год, 14,5, 2,5 литра бензин. Бизнес-спорт пакет. Ну вот, к примеру, Соната. Соната у нас какого года? 14-й год, 5800. Это не гибрид, просто Соната. Ну, вот это все Сонаты, Кэмри, вот этот вот экземпляр, это с Америки чаще всего, ну, скорее всего, да, 16 тысяч HRV, такой вот Toyota. А какой год? Здесь не указано, понятно, да? Но они вот, надо смотреть все машины, пробивать по ВИН-кодам, по базам, потому что все по-любому все были биты или утопленники. Единственное, что можно высмотреть в этих базах, это насколько она была бита, в какое место она была бита. Вот я смотрел то, что вот такую сегодня, это не растаможенная. Я на этом рынке покупал, ну, где-то 3 или 4 машины. 9000, 2015 год, такая вот Camry. Это я даже еще на рынок так как бы не заходили. Основной рынок вот туда. Здесь есть отделение банков, можно сразу здесь расплатиться. Выбрали машину, зашли в банк, перечислили продавцу деньги, если ну, у вас есть такой банк. Переоформление происходит обычно быстро, без всяких там, вот 5900, какой год. Это у нас, это же Аква, да, это Аква. 2017 год, ну, ребят, она не растаможенная. Еще надо добавить 1500. То есть это получается 7400. Вот Mercedes, без краска, вот так, 2006 год. Сколько денег, не пишут, 3,5 объем. Ну, возможно, это какой-то с Германии приехал, если без краска. Если простой какую-то вот свою провести экспертизу по ВИН-кодам, ну как экспертизу, просто проверить, вот так вот, простенько. Берете ВИН-код, забиваете в Google, и вам Google обычно выдает чаще всего фотографии с аукционов, в каком состоянии она была продана, какой был пробег на тот момент. Вот, это бесплатная такая проверочка. Если нужно копнуть глубже, нужно заказывать платные проверку там на Карфаксе. В общем, есть сервисы. И можно там уже более детальную историю, там сколько было владельцев. Ну, в общем, это все можете посмотреть, почитать в Ютубах, в Гуглах. Почему я выбираю японцев? Вот почему я смотрю праворульные. Вот не потому, что денег мало, да? То есть я вообще рассчитывал сначала на 5000. Потом начал выбирать, там, 13-й год. Понял, что хочу свежее. Начал выбирать уже 14-15-й год. Сейчас уже так 15-16-й. Ну, планка поднялась, конечно же. То есть уже 6-6,5. Вот. И почему японцы? Потому что 90 там сколько-то 5%. И они приходят не битые. Они приходят в хорошем состоянии. Тут нет цены. В общем, и было несколько у меня машин японских. Ты в нее садишься, она как будто на ней не ездили. Чистая, ухоженная, не царапанная, не, торпеда, ничего, салон чистейший. Багажник, такое ощущение, что там никто никогда ничего не возил.
Тут цен нет, 2018 год. В общем, тут обычно нету каких-то там прям хозяев машин. Есть какой-то 1-2 старожилы на какое-то вот количество машинок. Вы смотрите, ну, например, Subaru 2.5, автомат, 14 тысяч миль, 13 тысяч долларов, 14 тысяч миль, 18 год. Ну, значит, была нормально ударена, скорее всего. Потому что это очень маленький пробег. Страховая компания просто скинула ее, потому что посчитала, что дешевле продать с аукциона битую, чем восстанавливать. Ну, так чаще всего происходит. У них там дорогие все эти затраты на... Вот эти люди выбирают. Дорогие затраты на ремонтные работы и на все вот это. Там, и там, и там, и там. И там еще, вот там, за бугром еще. То есть тут много машин. На самом деле. Toyota Highlander. Интересно. 14 600 долларов. 4x4, 3,5 объем. 2014 год. Я, может, сейчас какую-нибудь попытаюсь вам покажу, как это можно забить пин-код. Ну, например, смотрите, Toyota Camry. 2014 год. Такая вот машинка, да? Пин-код. Я его забил в этот... Просто в Google. Ну, вот такая вот она была. С аукциона уходила. Не знаю, видно, не видно. Можно открыть картинки. Такая вот. Подушки были взорваны. Тут вот видите, как подмяло. Отлично, да? То есть вот так можно каждую проверять и смотреть. Еще я слышал такую информацию, что в Кутаиси китайцы объявили, что будут открывать большой какой-то хаб или базар по продаже китайских машин. То есть в Грузию идут китайские машины. Там будут электрокары. В общем, мне один опытный перекуп с Украины. Кстати, Валерий, привет, если ты смотришь. Рассказывал лайфхаки, как ходить вот на базаре, на этом, как покупать здесь машины. Берете зонтик, потому что, ну, чаще всего это лето, ну, если это лето, вот даже сейчас вот май, и, ну, мне уже жарко. Снимаете отель, здесь есть отель Автопапа, прямо на базаре. Ну, может быть, немножко дороже, чем в Тбилиси, но зато вам ездить не нужно было, будет. И если вам нужно выбрать, может, не одну машину, а там, или хорошо выбрать машину, заселяйтесь в этот отель Автопапа и... Берете зонтик, с утра открываете и ходите с зонтом, зонт от солнца. Вот 10900, смотрите, 19-й год, такой Ford. Просто себе каждую машину, которую вам понравилась, пробивайте по ВИН-кодам. Если нужна более детальная информация, покупайте отчеты о ней, Carfax эти все. Вот 7200, 12-й год, черный Prius. Вот, конечно. Ну, мне приусы нравятся больше, они больше. Они вместительнее, комфортнее. Но вот я не хотел просто тратить много времени, это, искать какой-то идеальный приус. Слегка битый, слегка крашеный. 6000. Вот такой Ford. 2014 год. 1,6 литра. То есть сейчас в Грузии выросли, ну, это не сейчас, они уже давно выросли, там, год или больше. Растаможки на японские машины. Хотят от них избавиться, ну, чтобы не было. Или минимизировать как-то их. Но на те, что есть уже, и растаможены, то есть понятно, что никто уже не будет их никак никуда утилизировать. Просто за счет того, что делают растаможку больше, их уже не так выгодно возить. 12600 Outlander 19 года. Такой Outlander. Ну, давайте, может, посмотрим. Видно будет, не видно. Так сразу не это. У меня был прибор, помню, который проверяет толщину лакокрасочного покрытия. Я когда себе выбирал последнюю Хонду, помню, полрынка обошел, тыкал во все эти крылья, двери. Мне кажется, вот это крыло крашеное, эта краска немножко отличается. Проверял, где толщина краски больше, меньше. В общем, и когда я выбрал последнюю вот эту Хонду, которая у меня была, ну, она была не последняя, но последний раз, когда я выбрал в Грузии Хонду, американскую,
она была вот даже вот внутри такая забитая, учуханная, зачуханная, в общем, настолько вот неряшливое отношение к автомобилям вот, у американцев. Для них это вообще даже не средство передвижения, какое-то, как мусорное ведро, потому что там... То есть я когда достал воздушный фильтр, он был полностью заросший мохом. Такое ощущение, что его никогда не меняли. Мне кто-то сказал, что ну ты ж по ромам плыли там 3 месяца или сколько машина в море. Ребят, но все равно, ну настолько он был убитый, этот фильтр. И я слышал часто, что американцам вот вообще масло там или не менять, или менять там раз, там, не знаю, 50 тысяч. Ну что, страховка, она все покроет. Какая интересная Hyundai. 2020 года, 1.6. Сколько? 7 тысяч миль, друзья. В общем, новая машина. Интересно, что с ней было? Такой Шевроле. 11 тысяч. 1.8, 19 год. 11 тысяч, да? Honda, 21 год. 21 800. Ну, за 21 отдаст. Смотри, какая Honda. Ну, я люблю Honda, конечно. У меня было несколько Honda в жизни. Что-то вот я больше фанат Honda. Такое ощущение, что он электрический, ребят. 4x4, 22 год. Ну, сколько денег? Нет. Нет. М-ка 5.0, написано, X6. 38 тысяч. Это у нас 7 тысяч километров пробег, 2.4. Друзья, ну, представляете, 7 тысяч километров пробег. Вот эта машина выехала с салона и куда-то нехило влетела. Или в нее влетели. Хотелось бы, конечно, все эти машинки, ну, интересные, пробить по ВИН-коду, хотя бы по-простенькому. Посмотреть, какое мясо было. В общем, наверное, отель нужно снимать, потому что тут физически за день все машины не посмотришь. Надо брать какими-то частями. Часть рынка сегодня, часть завтра. Еще плохо, что нет какой-то вот сортировки машин. То есть было бы неплохо, например, здесь немцы, там японцы, тут корейцы. Ты взял, зашел на свой кусок. Ну зачем тебе смотреть, например, Hyundai, если ты приехал за Мерседесом, правильно? А так оно все в куче. И Lexus, и Mercedes, и Volkswagen. Вот. Каша, в общем. Посмотрите, какой платин. Тундра. 2015 год. 5.7 движок. В Грузии цена топлива. Литр бензина. $1.15, $1.25. Ну, смотря какая заправка. Вот это 5.7. Там только заведешь уже. Минус $100. Есть и такие вот Камара. 2.0 турбо. Не такая уже мощная. 2.0. 18 тысяч BMW, 18 год, тоже 2.0, такой, и вот такой, смотрите, Dodge, да, это же Dodge, 2019 год, 3.6, 57 миль, там точка, наверное, 57 тысяч миль, а может, правда, миль, ну, наверное, вряд ли, 57 тысяч миль, вот такой Mustang, 21 года, 2.3, надо звонить, узнавать, ну, зато кабриолет, смотрите, как крыша. Kia K5, да, 7900, 17 год, 70 тысяч миль, 15500, вот такая вот Toyota, гибрид, о, так это Prius, да, или я что-то путаю, ну, похоже, да, что это у нас такое, да, Prius Prime, это что, 17 год, 16500, такой BMW. Или вот такой BMW. Кто хочет BMW? Пожалуйста. Сколько стоит? О, а это стоит 82 тысячи, друзья. 22 год. Пробег 99 900, написано, километров. Ну, этот, может быть, был не бит или слегка бит. А машинку я себе выбрал. Я специально сюда приехал сам, без продавца. Ну, чтобы спокойно просто походить, посмотреть базар, и вы можете уже сейчас вот, ну, написать, какую машину из двух
Ну, из двух сегодняшних я выбрал. Продавец сюда уже едет. Мы сейчас постараемся как-то быстренько это все оформить. Потому что у меня еще дорога в Батуми. 5-6 часов. Продажа, покупка машины происходит очень быстро. Чаще всего у меня это занимало что-то в районе 1 часа. Экспертиза. Эксперт просто проверяет, там, сверяет ВИН-коды. Там все тоже быстро происходит. И ты выбираешь, либо ты меняешь номера, либо ты оставляешь номера старые, если тебе не принципиально. Я думаю, вы уже поняли, что это Toyota. Первое, конечно, это экономия. Во-вторых, здесь аудиосистема рабочая, работает Bluetooth, работает музыка, колонки. В Honda там нужно было бы все, ну, все делать, потому что вообще там динамики какие-то спереди то хрипят, сзади динамиков нет, магнитола надо было выкидывать ее, ставить какую-то новую, этот, ну, еще долларов 300-400. Гибрид там такой гибридный, здесь полноценный. Вот я еду сейчас, видите, у меня 23,4 километра на литр, то есть 4 с копейками литра на 100 километров. Это я сейчас пока по городу еду, посмотрим, что будет по трассе. Ну, очень классная, комфортная, мягкая, не видно никаких потертостей, каких-то царапин, там, не знаю, салон классный, все. В общем, ехать мне еще, показывает навигатор, 359 километров, 5 часов, ну, надо куда-то заехать покушать, заправиться, потому что я ничего сегодня не ел, одно кофе пил. По всем прогнозам, дома буду часов 7. Кстати, смотрите, дом юстиции проезжаем, вот такой вот грибочек, вот, машину купил, ну, не считая очередь к эксперту, там было минут, может, 30, то сама процедура покупки была на минут 15. То есть номера я не менял, мне подписался там в договоре купли-продажи. В общем, через буквально 5 минут в другом окне выдали техпаспорт и заплатил 203 лари за перерегистрацию. Ну, это с учетом, что номера остались старые. Если бы номера меняли, было бы еще плюс 80 где-то лари. Вот, и все, в общем, выдали техпаспорт, деньги я им дал, наличные, они, мы зашли в банке пересчитали деньги, ну, посмотрели, что купюры не фальшивые, вот, все, пожали руки, вроде как хорошая машина, дай бог ничего не вылезет. Подписывайтесь на канал, будет интересно почитать ваши комментарии, кто думал, какую я машину купил или куплю, вот. Ставьте лайки, и опять же, машину я брал для того, чтобы заниматься организацией туров по Грузии. С машиной будет удобнее и быстрее, поэтому кто хочет приехать в Грузию, посмотреть Грузию, с нами попутешествовать, пообщаться, познакомиться, пишите в телеграм-канал, там снизу будет ссылка в описании. Все, друзья, пожелайте мне счастливого пути, пока!